Всем привет, ребята, и сегодня мы... Короче, вы видите, во что мы играем. Так, открываем свет, занавески. Так, давайте... Так, это... Я хочу сделать девочкой. Я уже знаю, какой скин хочу, но я пока не зарабатываю алмазики на него. Кожура. Должна перебраться, потому что слишком много чего. Хочу он туалет хочет. Будущая она. Ну и давайте. Ух ты, нам 75 монет дают. За то, что мы сходили в туалет. Понятно. Так, прибираем унитаз. Так, побольше бумажки вытерем. Так, все закроем. Чисто. Теперь тебя мыть пора. Красавица моя. Мы тебя намылием. Моем больше. Так, помоем. Обычно коты не любят воду, а что-то она сегодня полюбила. Все. Ты кушать хочешь? Ну давай, кушаем. Морковку ты не доела. Молоко тогда. Опять 25 копеечек. Монет. За то, что мы покушаем. Так, кушаем морковку, она полезная. Все, ты наелся. Наелась, будем говорить, потому что, блин, она будущая девочка. Это было очень интересно всегда. О, вот что, круто. Выключим, как порядочные люди. И пойдем дальше. Чем же мы займемся? Только если мы сейчас не можем. Тоже а, не работает. Тут есть занавесочки, а он не работает. Давайте катаемся на нее, почему? Я еще, знаете, со слаймом играю, слышите? Положим слайд. Приступаем к гоням. Короче, нам две монетки, да, они снимаются спокойно. Так, я вот хочу. Я не сыска бешеная. Только взяла бензин и все уже. Мне кажется, все. Давайте еще. Я куда пойдемте? Давайте. О, из капусты вырастает. О, даже выросла уже.
наши ягодки. Нет, а у мальчика нет. Ну, у нас обидело. Так, давайте зубы почистим, а то забыли зубы почистить. Чистим зубы тщательно мы. Так, мне кажется, что надо помыть руки. Мылим-мылим ручки, что мы были чистим. Так, это... Так, он моет ручки, почему она... Так, мы играем с уточкой. Котик играет с уточкой, смотрите. Я реально уточку не бегу, я лапкой бегаю. Её. Так. Как я нагляю, почему-то. Так, это я знаю, только писалась, не поснимала. Так, теперь давайте пойдем умоемся. Опять мы копейки делимся. Так, мы помылись, так прекрасно, я забыла тебя вытереть. Тебе плохо. Ой, первый раз такой. Так, ты любишь играть в твою, может, ты понимаешь? Это я что-то самая любимая игра. Так, вот клубочки. Эти не надо. Клубочек. Если не могу клубочки, то не могу. Здесь ёлок. Так, не надо. Словили ёжика мы нечаянно. Эх, ребята, давайте пойдем, не знаю, куда еще. Давайте поиграем вот в это. Так, вот этот котик, понятно. В принципе, следите со мной. Проверим, у нас реально хорошо. И все же комментарии. Все, банки, ладно, не надо писать. Ой, это будет слышнее, потому что у меня планшет упал. Вроде как вот тут. Вот, все, окей. Ну, что вы тут выбрали? Здесь упаковки одинаковые. Так что... Ну, плюс тут нельзя.
Так, ребята, у нас тут и мыши, и крысы, еще что может быть. В принципе, мыши пробегают. Я отвернусь, без нас будет правильно коробку. Короче, это вот прям уже все. Котик тут был. Так не будем больше. Я хорош. Декор будет, когда мы не будем все сердцем. Да уж. Кстати, ребята, подождите. Так, ребята, я врубилась, ко мне приходила девочка. Ням-ням. Я горошка поела. И сейчас будем продолжать играть. Дайте рулетку покупать. Второй раз обосрать. Ну ладно. Ой. А что это рулеточка? Второй раз нельзя, что ли, уже? Рулеточка, мой любит играть. Не, на. Давайте поиграем. Каким сейчас несем? Бэу-бэу. Электричество. Качество. Не работает. Так. Так. Да, потом. Проба. Вкусно? Так, у нас косточка. Поели мы хорошо. Странно, я же выключался. После еды надо всегда почистить зубы. И протереть с косточками. Так. Так, все помыть. В ванную принять, как говорится. Я буду так долго. Вот Тати. Вон она возмущенная. Такая. Так. Так. Оботрём. Отходить, если это
Сить. Лечу сить. Сейчас идет дождь. Дождь закончится. Реклама. Что это было? Он не сидит. Так, давай переоденемся. Кепочка. Выручку вот такую. Она голову пишет. Мне нравится эта голова. Большие комнаточки, мне нравится ее. Она очень такая милая. Ей звонят. Или я мог, не знаю. Котик, скажи, что тебе сказали. Пойти погулять. Ну ладно, давай. Или новый дом купить. Новый дом. Он погулял с пирожком. Ой. На улицу пойдем, сказал. Сказал, на улицу. Пошли на улицу. Так, на огород мы тоже идем. Посадим это. Это. И ногу всё. Они с мышью разговаривают. Вообще, по-моему. Его любимый, ее любимый. Ну, понятно. Перенесем его домой. Идемте домой. Мне кажется, серия должна подойти к концу. И всем пока, ребята. Мы ложимся спать.